Доброго дня или вечера, кто когда будет смотреть этот обзор. А мы приступаем к распаковке очередного чуда из Китая для мобильного телефона. Как вы догадались из названия, это хороший чехольчик хорошего качества для Ми 6 телефона. Хорошего, но недорогого. Здесь внутри у нас под замшу сделано. Полностью все закрыто будет у нашего Ми 6. Под кнопочки литье. Бортик будет хорошо закрывать наш телефон. И сверху окно, и со стороны камеры у нас получается две камеры и вспышка отдельно. Сейчас мы посмотрим, как это будет выглядеть на самом телефоне. Итак, мы берем наш Ми 6 и аккуратненько защелкиваем бампер. Ну вот, как я и говорил, он заходит прямо на стекло и полностью перекрывает саму рамку. Вот так вот выглядит телефон в этом чехле. Сзади замша нам защищает наше стекло, либо керамика, у кого что. Здесь все идеально подходит. Можно так сказать, что прямо четко сделаны отверстия. Но самое интересное здесь и самое главное здесь, это то, как прячется камера. Сверху еще есть выступ, буквально там, ну, миллиметр где-то. То есть тут получается некое подобие бленды для камеры, что не может не радовать. Мы можем смело взять, положить наш телефон, и он у нас будет играть на камере, на этом выступе. И у нас будет еще очень хороший просвет. Просвет такой, что мы можем свободно засунуть какую-то бумажку сюда. Вот. То есть проходит вообще нормально, не касается. То есть вся наша задняя панель будет целая, чистая. Клавиши совпадают идеально. И громкость. Ну, сделан качественно. Тут уже не к чему будет придраться. В общем, как-то так.